Им по 16 лет. Вы хорошее место выбрали. Каю и Герде по 16 лет. По 16 лет? Да. Каюша услышал мой голос. Остался, что-то есть. Он что-то ест. Снег ест. А ему жарко. Прикинь? Сфотографируй, не будешь. Сейчас я же. Там вот. Да. Такой лежит большой. Ножки раскинули. Лапки. Лапки раскинули. Кушает. Снег ест. Ага, он снег точно ест. Ну, вместо воды. Ну, он не упал, он лежит, он отдыхает. Проснулся и пошел. У них же спячки нет. А вы не знаете, там бурые медведи спят? Буры спят. А, ну все, тогда туда и не пойдем. А обезьяны где-нибудь, гориллы? Горилл нету у нас, только орангутаны. А орангутаны? А вот там красное здание. Пройти надо туда. Если ты не убьешься, то... Не говори. А по низу идите вот тут. Вот здесь. Вот так.